Господин посол, сегодня в Национальном историческом музее открыта замечательная выставка, и открыта она благодаря как раз и содействию, в том числе, посольства Венгерской республики в Республике Беларусь. Мы продолжаем развивать наши контакты в области культуры. Да, это правда. Отношения между Беларусью и Венгрией развиваются очень хорошо. И мы, конечно, большое внимание смотрим, отделим внимание на экономические и другие связи политические, но я и лично считаю, что культура тоже такая сфера, на которую мы должны обратить большое внимание. Мы подписали и другие рабочие планы, и в рамках этих планов состоится и сегодня эта выставка. Мы очень хотим и в будущем развивать отношения в этом сфере. По плану ожидается Дни культуры Белоруссии в Будапеште. Мы будем очень радостны, если эти дни будут осуществлены в следующем году в Будапеште. Спасибо вам большое за выставку и ждем продолжения других новых интересных мероприятий. Стремимся с вами вместе.